Этот праздник учрежден в 1939 году постановлением правительства СССР. И уже больше 70 летий День ВМФ в нашей стране отмечают в последнее воскресенье июля. Поздравляю вас с Днем Советского военно-морского флота и Российского военно-морского флота! Ура! Торжественные мероприятия, посвященные Дню ВМФ в Димитровграде, традиционно проходят на площадке возле 6-й школы. На базе этого образовательного учреждения уже много лет воспитывают юных моряков. Одному из них на празднике было предоставлено право поднять Андреевский флаг. И очень приятно в вашем ряду видеть военно-морской флот в лице пожилого наших людей и молодых людей. А это говорит о вашем единении. А это говорит о том, что традиции военно-морского флота России живут и будут жить дальше. Собравшиеся на празднике моряки вспоминали годы службы. Ходили в это плавание из Североморска в Кронштадт через четыре там моря, два океана прошли. Вот потрепало нас хорошо. Наш корабль, крейсер «Дзержинский», на котором я проходил службу в ракетном дивизионе, значит, и принимал участие в боевых действиях в Порт-Саиде, 1967 год. Вот как раз в это время, июль-август, мы стояли там, несли боевую службу, полная боевая готовность, принимали участие в стрельбе и прочее. По традиции моряки прошествовали от школы до аллеи славы. К вечному огню возложили цветы в память о тех, кого уже нет с нами. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.